Ассаляму алейкум. Бүгін Қырым Жғалинын 747-ші күні эфирде заман студияда Гүлсум Халилова чалышмақта. Қырымда дабыр ватандашымызның евінде тынтуф кечірділер. Кефе полициясы Арсен Абдурашидовның евіні басты. 15 минут сайтының мәліматына көре евге 5 полиция хазимы келді. Олардан үшінде автомат бар еді. Уку корыйчыларның тынтуф үчін үшбір весіқа көстермеділер. Тынтуфның үстінден кечірділер евнің мағазыны ве айры одаларыны бақып чықтылар. Ев сайыплерінің ақрабалары келіп тынтуфның эсасыны талап еткен сон, полиция хадимлері евні теркеттілер. Эршей тахминен бір саат девам етті, сонында ісе ев сайыплеріне тефтыш протоколының нұсқасыны берділер. Анкарада юзберген терактны қадын кеші омырге кечірді. О, Түркиеде ясақ етілген Курдистан ішчі партиясының азасы еді. Буақта шахси жерянларына таянарақ Хурриет газетасы білдіре. Қадыны қалған пармақлары ярдымы еле таныдылар. Түневін Анкарада теракт құрбанларыны дефнеттілер. Акимиет бу Адисенин бағлы фото ве мәліматтар қалмасына ясақ етті. Евроньюзның мәліматларына көрейсе Түркиеде терроризм сөзі кеңішлей Джек, эндейсе бу агрессияға чықарған журналист яда публицистлер ола біле. Ben tekrardan oradaydım, donmuştum böyle, korkudan bekliyordum simit tezgahında. Ondan sonra ben tekrardan şeylere doğru koştum, yaralanlar onlara doğru koştum. Otobüsün içinde hep yanıklar, elleriyle böyle tutulmuş, yanmış insanlar vardı. Yerlerde et parçaları vardı, yani insanların parçalanmış anlarını gördüm. Polisler geldi, zaten etrafını komple kapattı. Ben hala içerideydim zaten, içeride yaralılara yardım ediyorduk, ambulanslara bindiriyorduk. O anda zaten bir şok olmuştum, konuşamıyordum. Hala şu anda zaten şoktayım o anı gördükten sonra. E tabii haliyle tedirgin oluyorsunuz. Sadece kendiniz için değil, aileniz için de, yakınlarınız için de tedirgin oluyorsunuz. Yani inşallah bu işler çok kısa zamanda son buldurulur. Hepimizin de hayati tehlikesi söz konusu. Şu anda yürürken, ederken herkes tedirgin. İnşallah son bulacak bунлар. Хизбу Тахрир іші бойынша қабатланған Руслан Зейтулаевны да 2 айға апсте қалдырдылар. Махкемеде олған яқынлары білдіргеніне көре салонға Русланның өмір арқадашы ве үш кечік баласыны кечірмегенлер. Бүгін ісе Рустем Ваитов, Нури Примов ве Ферат Сейфуллаевның махкемесі кечті. Нәтижелер әлі да белгілі дегіл, оларны Санке террористік бірлешмесіне алақасы олғанындан қабатлайлар. Украина Русиеден Қырым сияси мабусларына қайтарылмасыны талап ете. Әділия назирлігі Русиеге сағлықлары заяфлашқаны себебінден 4 сияси мабусына қайтармаға мұраджат елады. Сөз Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев ве Юрий Салашенко ақында кете. Салашенконың рак хасталығы олғанына тақмин етелер. Геннадий Афанасьевде есе стрептодермияны таптылар. Русия әділия назирлігінде Украин мұраджатыны қалғанлары ве 30 күн девамында бақыжақларына білдірділер. Қырым ватандашлары автоинспекцияға невбет үшін кежеден ер алалар. Украин номераларыны, рус номераларыны апрелінің біріне қадар деңіштірмек керек. Қырымда бұйу қалабалық девам етем. Рус мемурей шерінің ақияр депутатлары ресмелештірме мүддетіні июлінің біріне қадар ұзатмаға теклеф етелер. Белі олғаны кебі Русия-Украин автономераларыны апрелінің бірінден соң құланмаға ясақ етті. Рус номералары олмағанлары үшін пара жазасы алачақлар. Некоторые люди это физически не могут сделать, поскольку собственники этих машин находятся на территории Украины и связь утеряна. И есть ряд еще проблем, например, невозможно выехать на территорию Украины, потому что этот же автомобиль зарегистрирован и там. К сожалению, одни из автомобилистов обращались в Верховный суд. Верховный суд отказал им вообще в вопросе отказа в перерегистрации. Но, тем не менее, срок 1 апреля нас не устраивает. Сегодня там стоят сумасшедшие очереди в Крыму, в Севастополе.
Кырым талебелеріні аннексия ақта фильм сейретмеге мечбур етелер. Талебелер дерс еріне «Крым – путь на родину» деген пропагандист фильмны изледелер. Ахмеджит шерінің сакины бұны избатлаған видеоны интернетте ерлештірді. Айтқанына көре бағаларны тіббиет ноқтасына біле юламадылар. «Крым – путь на родину» фильмінде Русия президенті Владимир Путин ярымада ішғалінің эпосы этапларына тариф етті ве 2014 сенесінің февраль айында Кырым мемори биналарының рус әскерлері запт еткеніні таныды. Украинаға қайтмасы үчін ұт нәтижеви ел бар. Буақта Украина Милли Хатыра институтының эксперті Сергей Громенко білдірді. Қырымны азат ету вариантларыны о Крым Реалии радио эфирінде тариф етті. Айтқанына көре олардан ен мақбулы Синай вариантыдар. Первое, условно хорватский сценарий, когда окрепшее государство с боем у ослабевшего отбирает свои территории. Не уверен, что в ближайшее время это нам под силу. Второй вариант – это вариант условно-кувейтский, когда западные союзники собираются силами и выносят агрессора. Ближе к реальности, но тоже чуть дальше от нас. И третий вариант, который условно можно назвать синайским вариантом. Давление дипломатическое, экономическое на агрессора приводит к тому, что агрессор говорит: ну ладно, хватит с нас, вот забирайте свою землю, только давайте мириться. И Египет получил свой Синай без боя. Хотя до этого попытка вооруженным путем его отобрать провалилась. Поэтому я думаю, что у Украины есть из чего выбирать и есть на что ориентироваться. Освобождение Крыма – это не только вопрос территориальной целостности Украины, но и самоопределение крымских татар главным образом в том числе. В Крыму есть, ну, грубо говоря, собственник этого полуострова, крымско-татарский народ, но также крымские краимы и крымчаки, которые имеют право на самоопределение. Путин рус ордысының Сурияден чықарылмасына эмир берді. Буақта отуневын ақшам тыш ішлер ве Мудафа Назиры или откерілген көрішіп девамында сеслендірді. Путиннің сөздеріне көре Сурияде қойылған мақсатларына ирішкенлер Сурияге руслар кечкен сене сентябрінің сонында кірген еді. Анда оларының ең бойық душманы ислам үкіметі адында террористик группа еді. Впервые были осуществлены массированные удары высокоточным оружием на дальности более 1500 километров, как ракетами, как воздушного, так и морского базирования. Установлен контроль над нефтегазовыми полями вблизи Пальмиры. Три больших поля, которые на сегодняшний день приступили к функционированию в повседневном режиме. На территории Сирии уничтожено более 2000 бандитов, выходцев из России в том числе. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. ДНР ве ЛНР қанусыз жумхуриетлерінің террористлері Украинаға қаршы атешны тоқтатмайлар. Рус арбилері кечкен күн девамында 42 кере атеш ачтылар. Провокациялар девамында арби силяларды қоланылды. На Маріупольському напрямку, в районі Новотроїцького, близько 19-ї, бойовики з танку випустили по позиціям сил АТО 18 снарядів та 25 мін з мінометів калібру 82 мм. Захисників Мар'янки, Красногорівки, Широкіно та Талківки російські терористи обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь на обстріли з нахабнілих російських окупантів зі стрілецької зброї та гранатометів. Киевде сады Крым аскерлері ақында фильм көстерділер. Туневын «Крым, как это было» кинолентасының презентациясы өткерілді. Фильмні 10 ай чектілер, о уч новелладан ибарет ве 12 инсанның тағдеріні аңлата. Чекімлер қараманлар яшаған украин шерлерінде кечті. Починали мы просто як таку авантюру, мы просто створилась така ситуація, коли Український кризовий медіа-центр в обличчі Сергія Малярчука, Валентина Охлопкова, волонтер, яка допомагає кримським військовим, і ми в Волонтернаці просто знайшли один одного і просто поїхали, по суті, зняти щось про військових. Три новели, просто ми
так структурно вирішили розділити фільм, тому що ми розповідаємо про морську авіацію, про бригаду надводних кораблів і про перший батальйон морської піхоти. Ну і туди ж іде як 89-та аеромобільна бригада, тому що вони там перші вийшли на адміністративний кордон з Кримом. Акияр ватандашыны Винница вилаятынын полиция башы вазифесинден бошаттылар. Кырымлы Антон Шевцов бошатылмасы үчүн рапорт язды. Бундан эвел бир чок Винница фаалиетчилери онун баглы маалымат жайынладылар. Балалары Али да Акыярда яшай. Кутлеви матбуатта о Русия тарафдары болганы билдирген изатларны таркатты. 2014 сенеси 9 майыс күнү эсе Акыярда победа парадында шахсен иштирак эткен. Да. А впереди знамя несет еще один. А вот знамя несет, тоже справно. Севастопольский праздник. Бу ноктада яйнымызны екулеймыз, АТР или Оланас.